Хочу показать такой микрофон, который я купила. Первое видео записываю без микрофона, но покажу, как они выглядят. Потом покажу запись. Вот такие вот микрофоны. Один микрофон цепляется на камеру. Вот здесь даже и видно, что здесь камера изображена. И второй микрофон, мне его нужно посмотреть, найти. У меня на зарядке стоял. Вот он, красавчик. Это цепляется на одежду. И это очень заметно. Вот такие для очень глупых людей нарисованы. Ну, я, кстати, долго с ними разбиралась. В общем, сейчас буду показывать дальше звук. Буду подключать. У меня, в общем, к чертовой бабушке все сбилось, поэтому придется мне склеивать видео. Но, по крайней мере, я подключила свой микрофон. И теперь я покажу вариант типа зимний. Сейчас я переодену микрофон и дам послушать, как он звучит в шубе. Вот такая шуба к нему прилагается. Я, кстати, стримы ASMR не смотрю никогда. Короче, смотрим, оцениваем. Вот я его попробую еще раз на себя одеть. Второй, соответственно, у меня прицеплен к телефону. Ну, я, кстати, могу продемонстрировать, как он выглядит. Вот моя аппаратура, он так прицеплен у меня сюда проводом. Но это не особо, конечно, удобно. А вообще, я бы так сказала, что очень мало информации в интернете. Я пыталась искать видео перед покупкой, чтобы удостовериться в том, что это прекрасная вещь, которая стоит своих денег. А стоит он недешево. 158 евро. Господи. Вот это вот я купила за 158 евро. Да. Вот я даже отцеплю, могу вот так говорить. Но я себе вообще покупала изначально для цели записи видео. Я не хочу записывать видео игровые, если честно, уже запарилась. Хочу записывать какие-то видео обучающие по немецкому языку. Меня это очень вдохновляет. Я стала больше записывать, и меня стали больше смотреть. Но это в ТикТоке. На Ютубе я еще не пыталась ничего выкладывать. Надеюсь, что это the easy, very easy. Подключать очень легко их. Тут единственное, что инструкция есть, ну и даже читать мне не пришлось. Я очень долго расспрашивала о магазине, как было, как это все работает. Боялась, что деньги на ветер выкину. Да, также еще важная деталь. Я хотела купить вот этот вот сенсорный. Там был крутой микрофон. Блин, мне надо его поискать, какой-то фирмы, я скажу. Вот так вот сейчас я ищу и скажу. В общем, вот такой микрофон. Называется DJI микрофон. Короче, я хотела найти приложение, которое прилагается. Его нужно обязательно скачивать. И тут меня ждал неожиданный сюрприз. Я могу даже показать, что меня ожидало. Мне не очень повезло в моем выборе. В общем, у меня показывает вот что. Недоступно в вашей стране. Недоступно в Play Market для меня. DJI Store. Нужно это приложение скачать. Короче, оно недоступное. И много плохих отзывов на Play Market. Поэтому я отказалась. Хотя этот микрофон
Еще типа круче, он там что-то стоил 260 евро, он еще считается лучше. Но я его не взяла только потому, что этот микрофон требует установки программы, которая не катит ни на каком телефоне. Потом я скачала еще одну программу, которая предназначена для Rode. Rode Central. Эта программа у меня... Оп. А, nein. Только не это. Короче, Rode Central. Вот эту программу скачала. Все прекрасно подошло. Очень было быстро и легко все установлено. Они хоть и не сенсорные, но я скажу, что они крутые. Там было еще Wireless Me, вот это вот Wireless Me, а там еще была модель Pro и Go 2, Go 2, то есть Go 2, но я их тоже не взяла, потому что они там стоят что-то дороже, там тоже, видимо, проблематично. Хотя по функциям они ничем особо не отличаются. Они выполняют отлично свою функцию. Конечно, я бы с удовольствием записала подкаст на оба микрофона для сравнения. Спасибо за внимание. Так, если есть какие-то пожелания, предложения, пожалуйста, в комментариях.